Подъезд к Чикаго. Это диджей Vigilant, и мы продолжаем проходить Need for Speed The Run. Текущая наша позиция 67. Круто. Интересно, сколько этапов? Я даже и не в курсе. Выиграйте 5 позиций. А так сократить можно? Да, блин, я почти доехал. Вау, люблю такие склоны и подъемы. Гонка. Как-то некомфортно немножко. Есть. Обманули дракон. Взял и сократил. Капец, я тут летать буду только. О, какое сокращение. Можно сократить, но дорога будет неровная. Вот. У тебя всегда есть выбор. Ехать по ровной, но подлиннее. Или по кривой, но покороче. Я даже не понял, я сократил или нет по времени. Бонзай! Я всех обогнал уже. По-моему, сложность норма у меня. Ну, как я как начал, так и даже ничего не менял, по-моему. Если... Я не помню. По-моему, ничего не убирал, никакой сложности. Как я сюда попал? Перед финишем. Ты смеешься? Давай едь. Еще одна гонка пройдена. Вроде неплохо. Riverside Drive. Выиграть 8 позиций. Эх, куда? Не успел начать, а он уже меня обогнал. Да, блин. Да, я вижу. Но на таком красивом оранжевом фоне осеннем. Так, аккуратно, не разбиваемся здесь. По-моему, игра это на Frostbite 2. Вроде как.
поэтому... Все красиво. Так, сократим, наверное. Ой, блин, солнце освещает так, что от асфальта солнце блестит. Ничего не видно. Так вот, мужик, уйди на свой красный. Да блин, дайте повернуть-то. Капец. Шибанули меня тут хорошо. О, брат. Это было близко. Уйдите вы с дороги. Где там еще двое? Еще один. Я чувствую, финиш уже близко, поэтому я начинаю паниковать. Да блин, машина эта. Черт! Из-за долбанной машины. Дают дивизию. Встала она, блин. Капец. Своей задницей переградил весь проход. Кошмар. Кошмар. Ужас. Третий раз, получается, я уже ее начинаю. Ну и пошел. Они как-то шпарят быстро. В этот раз я уже не сокращаю. Окей, ладно. Разные пути, зато посмотрим. Да куда вот тебя вправо-то тянет? Заправка у меня прям перед носом показывает 2,3 километра до нее. Капец. Да блин. Дороги, блин, вот опять не мешаюсь. Загородят проход. Скорость теряю. Да капец, они встали. Два урода.
Опять какая-то машина тут. Черт, у меня нитро кончилось. Я тебя обгоню! Скотина! Да пошел ты! Я и с этой справлюсь. Грязно, не грязно. Достали они меня. Третьего, четвертого раза я жую. Наверное, эта гонка уже четвертая по счету. Куда я выйду? Опять этот долбанный участок. Сейчас опять кто-то будет закрывать проход. Ну да, опять. Опять на этом же месте. У меня все время сбивается скорость. Твою-то дивизию, едь уже, едь! Давай! О, блин! Такое недовольное лицо у водителя, и рта нет. Офигеть! Что там за манекен сидит? Фу! Это уже было сложнее. Но все время под самый конец кто-то свою задницу подставит, и я все время там сбивался. Меня обгоняли. Так бы с первого раза, наверное, прошел, как обычно. Понравились. Твою мать! Вот его мать. Битва за 50-е место. Погнали. Ой, на такой широкой дороге я их обделаю точно. А уже не широкая. Что ж тебя заносит-то влево? Из-за бордюра, что ли? Самый, мать его, малюсенький момент. Момент, блин. Шпомс. Нафиг там сокращать слева. Тут прямая. Здорово! Я тоже так могу, как вы мне в ролике.
Я не успеваю замечать, когда они появляются. Сейчас. Давай, родимая, едь мой. Серебряный серфер, блин. Черт, это я фейл. Надежды нет. Черт, секунду. Рыженькая. Ого. Завершено. Премии Тэффи, золотой глобус. Да. Маркус Блэквелл. Маркус родом из особой чикагской семьи. Дядя, который заправляет у них всеми делами, полностью поддерживает любовь Маркуса к машинам. Помимо победы, у него есть еще одна цель — вывести Джека из игры навсегда. Победите Маркуса Блэквелла. Победим, чё? Ой-ой. Смотрелся. Да, блин, а мне показался, снести смогу. Даже разбитая она красавица. Так, вот не врезать больше. Ага, я первый. Вот блин шустрый. Что за подстава? Он вырос, держи его! Спасай свою жизнь! А, Интер, да? Ого. Вообще бесстрашно. Ого. Вдруг резко. О, черт. Полиция. Объезжай его спереди, я прикрою сзади. Будь сделано. Воу. Нападение на офицера, угнана служебная машина. Город Чикаго. Сообщите координаты. Примерно 2 квартала к югу от меня. Нитро нету, блин, а я жму. Выбирайтесь из Чикаго. Движется на юг. Кто сейчас там ответит? Да как ж тебя заносит, как яйцовый буханка хлеба. Ого. В обратную сторону.
блин, у него даже нитро нет. Дайте нитру. Оно даже не едет. Внимание всем машинам! В коммерческом районе гражданский вертолет обстреливает улицу. Всем свободным машинам двигаться туда срочно! Кто-нибудь засек вертушку! Вижу его! Убейте эту милую старушку! Я про вертушку. Что ты виляешь-то? Ломись. Капец, это ведро не едет. Да что, вот... В него даже патрон не попал, а он не переграждает путь. Я останавливаюсь! Вертушка миновала заграждение на Мичиган! Куда он направляется? Ой. Понял, еду к депо! Не едет в депо. Черт. Ой. Черт. Давай. Черт. Так. Место The Run 50. Налево. У него GoPro на руке. Да, видишь. Слушай, гонка не стоит твоей жизни. Мы можем закончить. Не собираюсь заканчивать. Ой. И все? Где мой Порш? Ну ладно. Этап 7. Поезд в Чикаго.
завершено. Что ж, это был DJ Vigilant. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.